Уже больше полугода прошло со старта реконструкции детской больницы в Бобруйске. Эта стройка значится как самая важная в социальной сфере не только города, но и области. Потому на объекте трудятся лучшие специалисты. На данном этапе строителям есть чем похвастаться. Заменена кровля, ведутся отделочные работы и благоустраивается прилегающая территория. Также завершен демонтаж оконных блоков. Сейчас на объекте трудится 85 человек. Это включительно подрядчики, электрики, сантехники. По плану у нас сдача ноябрь 2020 года. Ну, я думаю, сдадим раньше. Масштабные благотворительные и спортивные акции, теле- и радиомарафоны, средства на реконструкцию больницы собирали, что называется, всем миром. Новое оборудование для эндоскопических исследований и УЗИ-диагностики, стерилизационная аппаратура, современный реанимобиль. После капитального ремонта детская здравница должна превратиться в ультрасовременное медицинское учреждение. Еще буквально год, и детская больница начнет принимать маленьких горожан. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.